Набережная на улице Шмидта стала настоящим украшением города Щелково. Помимо пешеходных и велосипедных дорожек, здесь есть детские площадки, скамейки, качели, камеры видеонаблюдения и многое другое. Несмотря на то, что сделано уже многое, работа по благоустройству набережной продолжится. Во вторник исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов вместе со своими заместителями осмотрел новую пешеходную зону. В социальных сетях жители пишут, как ее можно сделать еще лучше. На повестке дня – пандусы для спуска на набережную по правой стороне Клязьмы между старым и новым мостами. Там вся новая набережная, она вся обустроена, очень много выходов с пандусами. Вот. А здесь вот нет нигде пандусов, то есть, чтобы перейти, мне нужно по ступенькам тащить 50 килограмм, либо возвращаться на исходное положение. На сегодня также неблагоустроен вход на набережную вдоль улицы Шмидта со стороны старого моста и отсутствует плавный переход между двумя набережными. Провели рабочий обход набережной. Набережная мне понравилась, но она еще, конечно, в незаконченном состоянии, потому что нет ни нормального схода на набережную. И недостаточно на сегодняшний день пандусов для маломобильных групп населения. Словом, еще очень много работы. И сегодня в ходе обхода дал поручение своему заместителю профильному Никулину Никите Александровичу проработать вопрос, обратиться в правительство Московской области о выделении средств в этом году на доработку тех недостатков, которые выявлены в ходе обхода. Сергей Горелов также поставил задачу вернуть дорожку от Шелкоткацкого моста в сторону лицея номер 7, но на время, пока не начнется строительство нового корпуса школы на улице Шмидта. Екатерина Сусенко, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».